Тамаре в гости приехал. Она, конечно, далеко забралась. Прага 10. Ну, мне ехать к ней, ну, час езды, грубо говоря. Вот мы с ней пошли гулять, да, чтобы не упасть. Да. Пошли с ней погулять, потому что Тамара уезжает в субботу на родину, на Украину. Да. Сначала поедет там к родственникам. А потом в Харьков. Да, а потом в Харьков. Ну, вообще-то здесь шикарная... Не знаю, я не могу ее удержать. Конечно, я буду плакать. Не могу я ее удержать. Что я буду без тебя тут делать? Ничего страшного. Все будет хорошо. Господи, скоро ты приедешь. Ты любуйся, смотри. Какая здесь шикарная природа. Да нет, Тамарочка, я не скоро приеду. Нет, природа шикарная. Дыши воздухом. Да, конечно, и в Харькове очень красиво. Пошли по всем этим будем ходить. Да, конечно, мы встретились, мы почти 3 месяца с ним не встречались. 2,5 месяца я Тамару не видел, как видели последний раз 8 марта во Львове на станции. Да. И все, распрощались, да. И кто куда. Получается. И никогда не думал, что Тамара очутится в Чехии, я в Чехии, но встретились только сегодня. Да, да. Я очень рад. Да. Пошли любоваться. Передавай привет и там. Нет, ну мы пока снимаем, мы еще идем, посмотрим. Какая здесь прекрасная природа, поэтому... Тамарочка, да. Я не знаю, сколько тут, конечно, памяти. Не, ее тут много. Да, может, и 5 минут. И... Не, ну давай, иди по ступенькам. Ну, я иду, конечно, что-то снимать же надо. Что я ляпаю? А, ну давай, подожди, вот. Вот мы идем по этим ступенькам. Это через период, да, видишь, как хорошо. Ты понимаешь, тут солнце светит, будет плохое. Нет, сейчас вот нормально. Да, я хочу передать привет Галине из Твери. Хочу Алевтину. Она же сейчас у дочери. Она тоже в Польшу уехала, была в Харькове. Огромный привет, дорогие мои подружки. Галочка, Алевтиночка, Таня Буряк, Шевченко ее фамилия, да. Ну, я не буду всех перечислять, конечно, но все меня видят, я всех очень люблю. Вячеславу привет. Как я рад, что мы встретились. У меня даже слезы на глазах выступили. Не надо плакать, все нормально. Ну, как не надо, потому что ты уезжаешь, у меня покидаешь. Да, в субботу это самое, да. Ты опять уедешь, и все, опять я тут буду один. Наташа далеко с Ирой. Да, хочу передать тоже Ирочке, блогеру, Наташеньке, Олегу, Юле, Сереже, Алексею, всем нашим танцорам. Да, чтобы все вернулись, живые, здоровые. Да. И мы будем опять танцевать. Но это после победы, да. Полной победы. Да, это все будет до победы. Дай Бог, чтобы была победа, мир. Так все хорошо. Будем еще гулять, смотреть. Всем пока. Всех целую. Пока. Всем пока.